Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня мы с вами говорим о сложных детях, у которых есть проблемы с фокусом внимания, с активностью. Мы не говорим о гиперактивных, мы говорим о детях, которые сложно управляют вообще своим поведением и очень быстро истощаются. На что надо обратить внимание маме, папе, который находится рядом. Во-первых, у этих детей бывает хронически не хватает в рационе микроэлементов, микронутриентов, которые должны составлять полноценную жизнь, ну, как бы митохондрий. Далее организм может получать слишком мало воды, может ребенок страдать от обезвоживания. У него, возможно, бывает, даже вот часто бывает, группа Б вообще плохо работает. У ребенка бывает недостаточно белка для того, чтобы вообще ткани и органы существовали. Либо есть какие-то проблемы с ЖКТ, которые не дают нормально усваиваться этому белку. Ребенок, когда даже подросток, когда имеет сбой, то, соответственно, у него часто возникают проблемы с митохондриями. Здесь нам нужен магний, нужен лецитин. Часто нужен карнитин, нужны витамины, минералы, и, конечно же, мы проверяем ребенку уровень железа. Смотрим, как у него проходят реакции, которые называются выведение токсинов. Это все можно посмотреть по некоторым анализам, которые я уже давала в прямых эфирах, но на что родителю точно нужно обратить внимание. Омега, магний, железо, общий белок, сахар крови и, конечно же, работа желчного пузыря, потому что если это ребенок или подросток, и у него жиры плохо усваиваются, соответственно, мы имеем плохую работу мозга, плохую работу митохондрий, а это чревато задержками психологического развития. Все просто и сложно одновременно. С вами Алена, вечером прямой эфир для родителей.